Утро – это очень круто! С добрым утром, малыши! Вместе с вами просыпается Хрюша! И Антон Зорькин! И сегодня это прекрасное утро! Вместе с нами проведут ребята из группы «Три медведя»! Плюш, Снежок и Тишка! Доброе утро! Добро пожаловать в нашу солнечную студию! Привет, Хрюша! Здравствуй, Антон! Доброе утро, малыши! Такие жизнерадостные, да. Такие классные. Ребята, мы знаем с Хрюшей, что вы много выступаете, снимаете клипы и придумываете разные интересные такие вот выступления. Вы это делаете просто для развлечения или хотите стать большими артистами? Ну, конечно же, мы уже выбрали эту профессию. Мы хотим стать артистами и выступать на больших сценах. И, конечно же, радовать наших зрителей новыми песнями. О, отличное желание. А вы хотите продолжать выступать вместе или все-таки о сольной карьере грезите? Конечно же, мы хотим выступать все вместе. Так намного веселее, неважно в какой мы группе, три медведя или в другой. О, как здорово! Да. Получается, что вы, наверное, с самого раннего детства мечтали стать певцами, да? Нет, раньше у нас были другие желания. Вот я, например, хотел стать космонавтом и полететь в космос. Я хотел быть шеф-поваром и готовить вкусные и изысканные блюда. Я хотел быть пожарным, рискуя жизнью, спасать людей и тушить пожары. Но что самое интересное, когда мы познакомились и подружились, мы все хотели стать строителями. О, какое удивительное совпадение! И что же вы хотели строить? А вот об этом мы расскажем в нашей песенке. Тогда просим на нашу сцену! Мышка, мышка, пи-пи-пи, по полю бежала. Негде было мышке жить, терем строить стала. Лягушонок ва-ква-ква, в лапки взял кирпичик. Терем строить помогу, выйдет он отлично. Раз кирпичик, два кирпичик, строим-строим теремок. Раз кирпичик, два кирпичик, кто бы нам помог. Зайка, зайка, прыг-прыг-прыг, сидит на месте. И я с вами теремок буду строить вместе. Раз кирпичик, два кирпичик, строим-строим теремок. Раз кирпичик, два кирпичик, кто бы нам помог. Вот лисичка топ-топ-топ, в шубке рыжей-рыжей. Строить теремок, чтобы вырос выше. Раз кирпичик, два кирпичик, строим-строим теремок. Раз кирпичик, два кирпичик, кто бы нам помог. Волк зубастый, ой-ой-ой, щелкает зубами. Вы не бойтесь, я не злой. Можно строить с вами. Раз кирпичик, два кирпичик, строим-строим теремок. Раз кирпичик, два кирпичик, кто бы нам помог. Посмотрите-ка, медведь, вдруг он все раздавит. А медведь, давай реветь, я вам помогаю. Раз кирпичик, два кирпичик, мы старались, кто как мог. Раз кирпичик, два кирпичик, получился теремок. Раз кирпичик, два кирпичик, терем строили не зря. В нем живет не только мышка, но и все ее друзья. Thank you.
супер песня, спасибо вам большое. Да, думаю, из вас получились бы отличные строители. Хрюша, давай прямо сейчас проверим это и дадим возможность ребятам построить что-нибудь. А давай, например, башню, но не простую, а сладкую. Ребята, как думаете, по силам вам такая задача? Мне кажется, да. Тогда рассказывай правила. У нас есть строительный материал. Антон, доставай его, пожалуйста. Вот. Шоколад. Да. Из него ребята должны построить самую высокую башню. Один из вас будет прорабом, а остальные строителями. Задача прораба — давать команды своей бригаде, а также крепко держать поднос, да, чтобы сладкая башня, которую ребята будут строить, не развалилась. Правила ясны? Да. Так, Антон, и нам надо определить строителям срок сдачи объекта. Минута! Согласен. Договорились. Но самое главное, ребята, шоколад нельзя есть. Только потом его можно попробовать. Итак, на старт. Внимание! Марш! Итак, строим самую высокую башню. Главное, чтобы снежок держал крепко поднос и не шевелился. Да, и чтобы руки не дрожали. Ребята, я подскажу вам, если будете класть шоколадки друг на друга, таким образом у вас получится больше башенка, а так она может упасть. Так-так-так. Так, строим-строим. Из кирпичей как будто. Конечно, это настоящие плиты. Представим, что они многотонные и тяжелые. Итак, строим-строим. Ну что, пока башня получается устойчивая. Да, а вот интересно, что будет через минуту. А время, тем не менее, все меньше и меньше. Да. Так, я вижу, что башенка уже становится менее устойчивой. Итак, обратный отчет. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Стоп! Итак, Антон, принимай работу. Принимаю работу. А, так нечестно, он поддерживает. Тишка поддерживает. Эх, упала ваша башня. Да-да-да. Мне кажется, вы специально это сделали. Потому что вы хотите быстрее съесть этот шоколад. Очень вкусно. Да, я тоже так думаю. Какие веселые медведи. Мы вас благодарим в любом случае, что пришли к нам в гости. Спасибо. Спасибо вам. Приходите еще. С вас классная песня, а с нас веселый конкурс. Впрочем, как и всегда. А еще почаще заходите в Инстаграм Хрюши. Хрюша, нижнее подчеркивание, класс. Там всегда море классных фотографий, видеороликов и флешмобов. Следите за новостями. Обязательно. Отлично. Это здорово. Ребята, живите активно и мыслите позитивно. И смотрите канал Карусель. Не переключайтесь. С добрым утром, малыши. С добрым утром.